Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Общепит на карантине. Мэрия требует снести часть летних кафе на набережной. Призрак завода. Балашовские экоактивисты возмущены строительством нового химического предприятия. Тайный знак. В мэрии объяснили новые правила парковки. В Саратове продолжается эпопея с массовой вырубкой деревьев. Противостояние чиновников и экоактивистов на этой неделе переместилось в стены областной думы. Депутаты решили собрать все противоборствующие стороны, выслушать аргументы и попробовать достичь компромисса. Звуки бензопил доносятся из разных частей города. Недавно городские дровосеки добрались и до сквера между цирком и Мирным переулком. Там началась масштабная реконструкция, естественно, с не менее масштабной вырубкой. Но часть зеленых насаждений общественникам, к счастью, отстоять удалось. Картина до и после. Тот случай, когда лучше не стало, а скорее наоборот. В прошлом году на улице Симбирской от Кутикова до Большой Горной спилили старые деревья и, как говорят, высадили новые крупномеры, из которых впоследствии больше половины не прижились. Если же верить интернету, то крупномеры выглядят немного иначе. Саратовцы уже не первый год жалуются на спил деревьев. В этом году градус недовольства зашкаливает. Коллективные петиции с просьбой привлечь мэра Михаила Исаева к ответственности направляют областному прокурору. Люди просят власти ввести мораторий на работу лесорубов. Согласно действующим правилам благоустройства, администрация должна проводить инвентаризацию зеленых насаждений и ставить на учет всю городскую зелень, как имущество города. Но по факту этого не происходит. У нас нет возможности провести полную инвентаризацию всех зеленых насаждений, которые сейчас находятся в городе. Объяснить, почему так происходит, чиновник так и не сумел. Да и другие ответы представители мэрии иногда ставили в тупик, а порой вызывали возмущение в зале. На прошлой неделе на площадке комитета дорожного хозяйства с общественниками мы собирались. И уже в пятницу у нас было выездное заседание, где мы, в частности, на проспекте Кирова обследовали каждое зеленое насаждение, которое там будет сноситься. Из тех 75 зеленых насаждений, деревьев, я имею в виду, которые запланированы к сносу, у общественников вопросов не возникло ни к одному. То есть, когда уже непосредственно приходят граждане, приходят специалисты, в том числе общественники, и смотрят те деревья, которые подлежат сносу. Это неправда, говорит этот человек. По площади Кирова действительно был обход с общественниками. Посмотрели 75 деревьев. Почему-то я хочу сказать, что у мэрии такое какое-то желание пилить как можно больше. Мы обнаружили факт, что зеленая комиссия, так называемая, которая проверяет зеленые насаждения перед тем, как их снести, не выходит на место практически никогда, принимает решение заочно. Кроме того, разрешение дается на целые улицы оптом. На площади Кирова, где сейчас ведется реконструкция, всего 350 деревьев, 75 из которых планируется спилить. Красные метки – как обозначение для дровосеков. Зеленые говорят о том, что это дерево трогать не будут, ну а те, что без метки, как нам пояснили, под вопросом. Взамен администрация обещает высадить 85 крупномеров, которые полноценными деревьями станут только лет через 20-30. На Горького сносили деревья, на Вольской сносили деревья, на Некрасово, под пешеходные дорожки. О каком проектировании может идти речь, когда проект по деревьям? Деревья живут 20 лет, а вы дорожки в этом году решили строить. Действительно, строители просто говорят, оно нам мешает. Это дерево мешает, оно самосеянцем. Вы когда объем считаете, вы кумышную поляну, когда добавляете, у нас все показатели идут. То кумышная поляна там, а мы дышим здесь. Поэтому никто не против. Но раз мы говорим о планах, вот смотрите, общественное обсуждение плана по тротуару, общественное обсуждение по дорогам. Давайте то же самое, хотя бы на территориях района,
Не вот когда там кто-то из депутатов позвонил, или когда ЧС как начнёшь, а проводить и, зная картину с осени, начну отдавать общественности предложение. Тут. У вас должна быть комиссия, которая заключает, которая выходит на каждое конкретное дерево. Каждое конкретное дерево дается заключение, по этому заключению принимается решение, пилить или не пилить. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. В этой комиссии определен состав, в том числе туда входит заведующий кафедрой садово-паркового ландшафтного строительства Саратовского института. Также у нас туда входит представитель из ГТУ, завкафедра. Так, Яськов Дмитрий Владимирович. Вот если говорить об ГТУ, у нас вот фактили. Я сейчас общался с Дмитрием Владимировичем, говорю, ты хоть раз участвовал в работе зеленых комиссий? Говорит, нет, тут есть у нас лесхозы, есть Министерство природных ресурсов, есть деревья, которые растут. Вот приезжайте в Новобуратский питомник, вы увидите прекрасный питомник с крупномерами. Кто мешает вот это все взять, перевести в город, да, и посадить? Давайте вот эти технологии используем. Ну, везде же это делают. И в мегаполис за рубежом мы просто говорим, ну, посадили, да, это дерево. Оно еще 20 лет будет. А можно крупномеры сажать? Все реально. У прокуратуры к мэрии тоже есть масса претензий по работе с зелеными насаждениями. До настоящего времени администрации муниципального образования не проведены работы по комплексной посадке зеленых насаждений взамен снесенных, а это нужно делать. Выявлены также многочисленные нарушения требований правила номер 153, выразившиеся в отсутствии мероприятий по омолаживанию корневой системы зеленых насаждений, неправильном проведении опиловочных работ, непринятии мер по улучшению механического состава почв и иные. Не разработан также администрацией дендроплан, не утвержден порубочные остатки, вывозятся с места общего пользования, также не своевременные, также не выполнен ряд других обязательных мероприятий. Помимо этого, вопреки требованиям правил благоустройства, которые утверждены сейчас в городе, отсутствуют проекты реконструируемых объектов озеленения. По всем данным фактам внесено представление главе города Саратова, которое в настоящее время находится на рассмотрении. В ходе ремонта в сквере на второй садовой тоже планируют снести 23 дерева, а высадить лишь 15. Если говорить о формировании зеленого пространства, то собравшиеся на рабочем совещании от мэрии внятных ответов так и не получили. Поэтому было решено разработать обращение в администрацию города. Первое – это остановить все эти действия, которые сейчас происходят по вырубке деревьев. Второе – все-таки получить четкие ответы по планам инвентаризации. Третье, как сказали уже общественники, провести ревизию тех разрешений, которые уже выданы. На что они выданы? Что там планируется делать? Насколько это обосновано? Мы сегодня видим представителей двух крупнейших университетов, которые в этой области, которые не привлечены вообще к работе никак. И четвертое, по работе самой зеленой комиссии. Мы часто говорим о ротациях комиссии, о реформировании работы комиссии. Вот, обратите внимание на работу комиссии, вы видите, сколько нареканий вызывает работа этой зеленой комиссии. А тем временем, пока уничтожают зеленые насаждения в скверах нашего города, жители дома номер 59 по улице Танкистов на протяжении нескольких лет добиваются сноса вот этих сухих тополей, которые в любой момент могут рухнуть. Не менее громкой, чем вырубка в Саратове деревьев, обещает стать история с уничтожением летних кафе на набережной. Это, кстати, тоже один из символов нашего города. Еще в середине 80-х Саратов наводнили десятки колокольчиков. В жаркую погоду под ними можно было посидеть, выпить сок или съесть мороженое. Приезжавшие в областной центр туристы признавались, что ничего подобного в других городах на Волге они тогда не видели. И вот спустя 35 лет набережная может лишиться сразу нескольких знаковых и любимых саратовцами мест отдыха. О старте кампании на этой неделе объявила мэрия. Чиновники уверяют, что ряд заведений работает незаконно, а значит, должны быть ликвидированы. Руководит всем процессом комитет по управлению имуществом. В мэрии это направление курирует один из замов Михаила Исаева Антон Корнеев. В мае КУИ уже подал в арбитражный суд несколько исковых заявлений.
Набережная вообще знаковое место. Здесь очень хорошее кафе было. И здесь был терраса а-ля Одесса. То есть очень приятно было сидеть и разговаривать. Я был здесь много раз. Еще больше скажу, здесь раньше было кафе «Лакомка». Я еще и ребенком ходил сюда мороженое кушать. Это же частичка города. И она должна быть. Азиатский стиль, Чаплин, Арагви, Одесса и Дольче Вита. Возможные будущие жертвы неуемного рвения саратовских чиновников. А вот старому городу повезло меньше. Его уже начали разрушать с привлечением приставов. Рестораторы, как и многие представители бизнеса, сейчас несут убытки из-за коронавируса. Заведения в лучшем случае работают на заказ, а это ощутимые потери в доходах и реальная угроза банкротства для многих. Открытие летних кафе возможно на втором этапе выхода из всеобщего карантина. Такая мера даже с предложенными самими рестораторами ограничениями, как глоток воздуха и шанс на выживание. По этому пути, кстати, идут во многих странах. Это как раз первое, что должно открываться. По крайней мере, то, что открылось в других городах России, и то, что уже за рубежом во все работает. Именно веранды, летние кафе. Это, во-первых, это безопасно. А во-вторых, это даст людям какую-то работу. Хоть какую-то. Андрей Табаяков – ресторатор и общественник. Как никто знает положение дел в отрасли. Удивлен инициативой чиновников. Это вообще это абсолютно необдуманное решение. Оформить землю так, чтобы там было летнее кафе, я думаю, это в нашем городе очень проблематично. По крайней мере, на себе я это испытывал. Ладно, там они были неухоженные площадки, вот, скажем, про старый город. Ну да, там они, наверное, некорректно сделали, что там забетонировали. Да, это точно некорректно, и нужно было их просто подправить. А реально у них там стационарные столики стояли, стационарные столы. Ну, то есть нормально все было. Хорошо ребята сделали, с умом сделали. А уж если говорить там про, например, азиатский стиль, так там вообще шикарно. Там просто отлично, удобно, уютно. Мне вот абсолютно непонятно, и нужно однозначно искать какого-то интересанта там. Кому-то это очень интересно, кому только непонятно. Бизнес-омбудсмен Михаил Петриченко о проблеме извещен, но пока официальных жалоб от предпринимателей в его адрес не поступало. Знаю только по публикациям, и переговоры провел уже с прокуратурой на эту тему. Поэтому на сегодняшний момент то, что происходит, надо изучать по изменениям условий предоставления земельных площадей, потому что там ряд, насколько я знаю, арендных соглашений подошли к завершению, насколько знаю, и то, что слышал, изменения по муниципальным актам в отношении использования этих земель. Но это надо глубоко изучать ситуацию. Естественно, если там нарушения были произведены со стороны предпринимателей, их необходимо устранять. С другой стороны, надеюсь, что все-таки мы выйдем из системы самоизоляции, и много бизнеса пострадало уже сейчас. Те решения, которые принимаются, но идут, наверное, не на пользу развития бизнеса, к сожалению. Может быть, имеет смысл вообще объявить мораторий на систему ужесточения ограничений, которые принимаются. Между тем, в мэрии по отношению к предпринимателям настроено решительно. Глава Саратова Михаил Исаев еще до всяких судебных решений уверен, бизнесмены нарушили установленные порядки. У нас есть прошлогоднее соглашение между сторонами, которое говорит о том, что по окончании договорных отношений, они должны привести все предыдущее состояние. А на сегодняшний день я не могу с ними заключить, потому что этот участок не свободный. А если я не могу заключить, они стоят на незаконном основании. Вот вся цепочка. Там получается, что сколько, 5 или 6 заведений попадают, и вообще без летних кафе остаются. Это кому вопрос? Ну, комитет же по управлению имуществом подает иски. А что он должен сделать? Они сейчас стоят на незаконном основании вообще. Если в летний период в том году у них было право, то сегодня у них такого права нет. Вот и все. Завтра прокуратура скажет КУИ, на каком основании у вас работают летние кафе, а у них оснований нет. Ну, то есть сейчас компромисс невозможен, какой-то мирный. Если мы говорим про закон, то другого выхода нет. Тем не менее, компромисс найти попытаются. Общественная палата в пятницу, 29 мая, пригласила чиновников и рестораторов к диалогу. Туда же придут представители Минэкономразвития, прокуратуры и Роспотребнадзора. По крайней мере, их позвали. Пока этот компромисс не находится, а его нужно найти.
поскольку в современных условиях, вот сегодня, как мы живем, очевидно, получается, что действительно бизнес стоит. Малый и средний бизнес пострадал больше всех. Общепит стоит и находится на грани выживания. Поэтому очевидно, что те вопросы, которые нужно решать с точки зрения капитальности конструкции, сборности, разборности, мы будем однозначно рекомендовать администрации города все процедуры на следующий год проводить в предыдущем году. Когда мы говорим о том, что есть аукционы, которые должны проходить каждое из этих предприятий, то опять же необходимо понимать, что они не могут стандартно проводиться, а должны проводиться в неком индивидуальном решении. Почему? Потому что если посмотреть всю практику в мире, как устроено летнее кафе, они, во-первых, всегда расположены рядом со стационарным кафе. То есть представить себе ситуацию, что вот рядом с любым из этих объектов, которые стационарные, где есть кухня, туалет, значит, нормальные условия для помывки рук, там, продуктов, приготовления пищи, значит, что тот человек, который встанет рядом, и у него не будет таких возможностей, то он с одноразовой якобы посудой будет все симпатично делать, но невозможно. Все это прекрасно понимают. Поэтому в лучшем случае возникнут какие-то столики с пивом, там, «Жигули», вот, одноразовые, летающие вокруг посуды одноразовые салфетки. Это некрасиво, это неинтересно, поэтому только одно кафе рядом с другим. В любом случае, если есть какие-то у кого-то проблемы с оформлением земли, у летних кафешек с подводом коммуникации, то администрация не должна включать сразу такой жесткий механизм казни, а пойти бизнесу на какие-то компромиссы, найти совместный вариант решения. Потому что бизнес – это дойная корова для бюджета. И зарезать ее, тем более вот в этот период пандемии, ну это очень глупо. Бизнес нужно там взращивать просто. Искать ростки, чтобы он дальше там развивался, чтобы какие-то дополнительные точки открывал этот бизнес. И еще такой аспект. Вот сейчас люди будут выходить с карантина, ну, постепенно в самоизоляции. Люди там будут полноценно ходить по улицам, гулять, там, посещать учреждения питания. И вот эти летние кафешки – это некая отдушина для людей, где они могут прийти, посидеть спокойно, вспомнить вот этот докарантинный период, порадоваться обычной жизни. А фактически сейчас людям готовят вот такую вот пакость. Они выходят, и вроде как уже по-старому не поживешь. Посидеть на набережной негде, полюбоваться городом тоже негде. В истории с летними кафе действительно как-то забыли о простых саратовцев, да и о туристах. Набережная – лицо города, точка притяжения людей. Заведение общепита – неотъемлемая часть таких мест. За пределами Саратова это, кстати, прекрасно понимают. Наши эксперты приводили в пример Ростов, где набережная вдоль Дона наполнена различными кафешками. Вспоминали соседнюю Самару и другие города. Мы с семьей раньше ездили в Казань, чтобы посмотреть на набережную. Вот в последнее время, буквально года три прошло, у нас облагородилась набережная, у нас появилось прекрасное место, куда теперь мы можем ходить с семьей. Это семейный ресторан. Я с своей сестрой маленькой всегда сюда хожу, чтобы она покушала настоящего натурального мороженого. Мы гуляем часто, потому что здесь живем недалеко. Прекрасный вид, свежий воздух. А вот как относитесь к таким вот летним кафе, которые здесь находятся пока? Это рестораны достаточно уже давно у нас здесь находятся, это азиатский стиль, вот, допустим. И мы часто, когда вот гуляем, обычно вот сидим. И я думаю, что если бы не вся эта ситуация с коронавирусом, то, я думаю, сейчас бы уже полное заведение было. Если не будет вот этих летних, к примеру, площадок, кафе, людям что останется, в смысле, приносить с собой термосы, бутерброды, в смысле, даже посидеть, ну, нигде, да, не будет покушать. По есть... Я уже это предложил сам. Знаете что? Я предложил сам, чтобы вот эти вот летние, ну, рестораны, они сделали небольшую бы музыку. Но если маленькая музыка будет, то как-то это приятно, и, может быть, даже кто-то потанцует. Понимаете? Но они говорят, что жители этого не допустят. А что мешает-то? Мне все это нравится, это все прекрасно, все замечательно. Без этого нельзя никак. В последнее время как-то мы более часто здесь гуляем, нежели раньше, потому что здесь построили летнюю площадку, и мы с семьей очень любим часто приходить. Например, у меня бабушка с дедушкой сюда часто приходят послушать в пятницу живую скрипку. А как относитесь вот к таким летним кафе, которые у нас построены вдоль набережной? Если вы в этом доме живете, ну, бытует мнение, что каким-то жителям они мешают. Ну, вот лично мне ни разу никогда не мешал. То есть я вот с 83-го года здесь.
То есть как родилась, так здесь и живу. Мусора нет, здесь наоборот всегда чистота, убранная территория. То есть следят всегда, то есть цветочки летом растут красиво, очень даже замечательно. Вот если таких заведений на набережной не будет, она обеднеет? Обеднеет. Мне кажется, будет намного хуже. Перестанут так следить, как следят сейчас рестораны за той зеленой зоной, которую они занимают. До финала этой бизнес-драмы еще далеко. Говоря о различных летних кафе, часто упоминают еще один аспект. Мол, они мешают жителям соседних домов. Во время съемок сюжета нам действительно встречались люди, которые говорили, к примеру, о громкой или не такой, как им нравится, музыке. Но таковых было очень немного. И опять же, это искусство компромиссов, в данном случае между хозяевами заведения и жильцами. Но это уже другая тема и совершенно отдельная история. И вновь к теме экологии. Балашовские общественники забили тревогу. В городе начали возводить крупное химическое производство. Экоактивисты сетуют, что чиновники, прикрывшись ситуацией с коронавирусом, санкционировали строительство с нарушением установленных процедур. Обитатели властных кабинетов уверяют, что производство не опасно, и говорят, что никакого строительства завода на самом деле нет. Разбираться в проблеме в Балашов отправилась наша съемочная группа. Камень заложили, о слушаниях забыли. Вот такой слегка неприятный, слегка непонятный, но вполне допустимый вариант строительства в Балашове комплекса глубокой переработки зерна для производства аминокислот позвал нас в дорогу. Те самые 50 гектаров, на которых должно расположиться грандиозное химическое производство лизин-хлорида, кормовых добавок, биоэтанола и глютена, встретило нас шумом дождя, звуком вбиваемых свай и некоторым запустением. На планерке нас тоже явно не ждали, услышав вопрос о слушаниях, которые, как правило, должны предшествовать любому строительству, генеральный директор компании «Саратовские биотехнологии» Николай Сорочкин пошел в наступление. А вы покажите закон, где должны быть общественные слушания. Правда, затем смягчился и рассказал о проекте, который еще дорабатывается, и о том, что сейчас началось строительство склада готовой продукции. А слушания, они, конечно же, будут. Чуть позже, когда-нибудь, когда позволит ситуация. Давал разрешение администрация города Балашова. Будет весь проект выполнен, тогда мы получим разрешение на строительство, пройдем экспертизу и разрешение на строительство там всего комплекса получим. Дальше будем продолжать строить. А сейчас что строится? Сейчас первый этап. Это строится склад готовой продукции. А может так быть, что сначала склад, а потом основное производство? Все может быть. Удовлетворить свое любопытство об уникальном химическом гиганте под Балашовым можно на сайте компании «Сарбиотех». Здесь вы найдете и структуру проекта, и схему площадки, и продуктовую линейку. Кругом плюсы, перспективы и преимущества. Но ни слова о безопасности процесса производства, системе очистки и экологии. Все эти вопросы рассказали нам балашовские экоактивисты и должны были прозвучать на общественных слушаниях. Данные только одного документа по воздействию на окружающую среду, который увидел свет благодаря тому, что его удалось сфотографировать, показывают, что жителей близлежащих районов города ожидает отнюдь не благоухающий химический букет из 17 вредных веществ. Глава района заявляет о том, что это у нас третий класс опасности. Но судя по некоторым химическим элементам, которые используются в производстве, здесь есть и второй класс опасности. Марганец и его соединение. Фторииды плохо растворимы, это тоже второй класс опасности. Там в этом перечне 17 веществ, которые выбрасываются в атмосферу. Соляная кислота, серная кислота, они будут использоваться непосредственно в производстве. Диоксид серы, используется едкий натр. Суточное потребление 46 килограмм. Возникает у балашовцев вопрос, насколько это экологически безопасное производство. Аналогичные производства уже есть в Белгородской и Тюменской областях. И там, по мнению координатора движения «Стоп-никель» Виталия Баранова, люди уже столкнулись с экологическими проблемами, влияющими на здоровье. И там одна проблема. По 3-4 года люди задыхаются
от, значит, отходов этого производства. Теперь, что касается этого завода. Недавно мы обнаружили, что строится забор, раз, и забиваются сваи. Они 9 метров обычно длины и забиваются в грунт капитально. Один из вопросов – это вопрос водоснабжения этого завода и водоснабжения города. Дело в том, что этот завод будет потреблять 8 тысяч кубометров воды в сутки. И это где-то треть от потребления городским водозабором. То есть нагрузка на хопер увеличивается на треть. И не получится ли так, что когда запустят этот завод, воды заводу хватит, потому что он находится выше водозабора, а воды городу может просто не хватить? Вот этот вопрос интересует. Это очень серьезное дело, это серьезная вещь. И мы хотим, чтобы прошли слушания. И на эти слушания, чтобы был зал наполнен не административными работниками, которые будут поднимать руку так, как нужно, и чтобы пришли люди, просто граждане города, и им честно, порядочно, все, значит, в спокойной обстановке разъяснили по каждому пункту. Хлор, что это? Аммиак, что это? Кислота серная, что это? Как, что? И какая безопасность у граждан города Балашова? Нам удалось задать несколько вопросов и главе Балашовского района Павлу Петракову, рассказав в режиме блица о радужных перспективах будущего химического гиганта, а это 9 миллиардов прибыли в год, нескольких сотнях рабочих мест и инвестициях. Господин Петраков заверил нас, что данный завод сопоставим по безопасности с макаронной фабрикой. Саха, да, лошадка, еще какие-то вещи, они безопасны. Все, что связано, автотранспорт, да, это источник повышенной опасности, и разве нет? Да. А мы с вами летаем на самолетах, мы с вами ездим на поездах. У нас в целом абсолютно безопасных производств нет. А для этого предусматриваются меры, которые, будем так говорить, убирают все эти, будем так, риски. В том числе и биотехнологии, в том числе и химические заводы, в том числе, будем так говорить, атомные реакторы и так далее. Сейчас проект, насколько я знаю, это третий класс опасности. Ну, он сопоставим с классом опасности макаронной фабрики. Вдаваться в вопросы экологии и безопасности господин Петраков не стал. Хотя, по мнению Сергея Харюкова, являющегося директором НИИ перспективных технологий и материалов, в подобных производствах главные вопросы должны возникать по отходам и системе очистки. Химическое производство, там относительно все легко и просто. Если идут химические реакции, заранее известно, какие компоненты, и их нейтрализация, это очень легко. То есть сейчас современная химия уже достигла таких пределов, что здесь никаких проблем нет. А вот переработка биопрепаратов, а здесь в данном случае переработка биопрепаратов, соединенная с химическим производством. Вот это более сложно. И биопрепараты в обязательном порядке будут отходы. Отсюда нужно смотреть уже, а куда эти отходы идут. Если эти отходы полностью замкнутый цикл, ну, например, из отходов делают жмых, который идет на корм скоту. Если же это идет в отвалы куда-либо, на переброжение и так далее, то опять нужно всю цепочку смотреть. Непонятно и странно назвал ситуацию со строительством вспомогательных помещений до начала возведения основных корпусов и член общественной палаты Саратов области Андрей Крупин. Любое строительство без публичных слушаний не может никак происходить. Это проекты, и экспертиза, и государственная экологическая экспертиза, и госглав экспертиза. Это одна из основ при строительстве. Если люди собираются строить завод, это уже понятно, что это является уже капитальным строением. И какой смысл начинать строить сначала с некапитальных каких строений, как они называются, вспомогательные там и так далее, чтобы потом возводить уже какие-то основные здания. Довольно интересно и странно, честно говоря. Я уже как бы готовлю сейчас обращение в местную администрацию, чтобы можно было выяснить, пусть они это разъяснят. Если этого будет недостаточно, значит, мы обратим, значит, туда, соответственно, по определенному направлению и выясним, по крайней мере, что это такое. Остается надеяться, что общественные слушания по строительству химического завода все-таки состоятся и не случится так, что однажды утром балашовцы обнаружат у себя под боком дурно пахнущего и небезопасного соседа.
Саратовским автомобилистам мэрия приготовила сюрприз. Очень скоро владельцы авто могут потерять возможность парковаться у различных госучреждений. Это следует из постановления, которое еще на прошлой неделе было подписано мэром Михаилом Исаевым. Документ предусматривает установку специальных знаков. Оставлять под ними авто смогут только владельцы специальных разрешений. Ну а выдавать их будут городские чиновники. Разбираться в этом странном и крайне подозрительном новшестве пришлось нашей съемочной группе. Вроде знаки парковка, расстояние 10 метров, 15 метров, условия бампером к бордюру. Но это лишь мираж, мерцающий в потоках горячего воздуха от асфальта на улице Московской. Спрос на вакантное место такой, что даже отсек для людей с ограниченными возможностями и тот занят. И рядом, как всегда, гирлянда из аварийок. Добро пожаловать во второй ряд! Накал автомобильных страстей провоцирует постановление мэра Саратова о необходимости получать разрешение на парковку транспортных средств на дорогах общего пользования. Регулировать это право будет табличка к знаку «Парковка» с текстом «Только для владельцев парковочных разрешений». Три цифры 8.9.1 коротко намекают, что без соответствующей бумажки ты никто и паркуйся в другом месте, если найдешь. В виртуальном пространстве она выглядит вот таким образом. В реальности необходимость подобной таблички пока не могут объяснить даже в автоинспекции по городу Саратову. Не могу я сказать, чем руководствовались, потому что решение принимает все-таки владелец дороги, а владелец дороги это у нас как раз администрация города Саратова. Но я надеюсь, что это решение принято в целях упорядочения парковки, значит, наведения порядка и улучшения организации дорожного движения в целом. В Саратове таких знаков пока нету, согласно проектам организации дорожного движения. Ну, в других регионах, таких как Москва, очевидно, они существуют, хотя я сам тоже не видел. Но в правилах дорожного движения они существуют, значит, они имеют право на существование. Есть статья административного кодекса, номер 1219, часть 1. Она говорит о том, что нельзя нарушать требования, предписанные водителем дорожными знаками или разметкой. Вот. То есть нельзя нарушать пункт правила 1.3. Водитель обязан выполнять все требования, которые предъявляются дорожным знаком или разметкой. Значит, штрафная санкция 500 рублей. Депутат Гордумы Виктор Марков в очередной раз напоминает, что раньше подобные решения принимались при участии специальной комиссии по безопасности и организации дорожного движения. Сейчас она собирается крайне редко, а на уровне областного центра решение о знаках принимает 1-2 человека. И появление новой таблички тянет на эксклюзив для группы избранных. Я понимаю, что это за знак. Значит, это обособление в условиях дефицита парковок некой категории водителей. Вместо того, чтобы решить вопрос для всех водителей, у нас выделяется в особую категорию еще вот к инвалидам, есть инвалиды, места для инвалидов, это федеральное законодательство. Еще одна категория, это, я так понимаю, чиновники, руководители муниципальных государственных предприятий, если это больницы, это ГУЗ, значит, государственных больниц, поликлиник и так далее. Я так понимаю, что это вот для, ну, для большого круга автомобилей. Но это лишь предположение депутата, вызванное закрытостью процесса появления знаков на улицах города. Хотя некоторые таблички – это почти крик души. Организация парковочного пространства – извечная проблема Саратова. И многие в борьбе за свободу въезда и выезда вооружились трафаретом и краской и делают самодельные знаки. Хотя это скорее предупреждение, речь о надписях с просьбой не ставить машины. А происходит это потому, что водители паркуются в любой лазейке, лишь бы не оставлять машину на дороге. Напряжение сходит после встречи с заместителем главы Дорожного комитета Саратова Сергеем Кузнецовым. Он озвучивает мотивы появления спецпарковок. Вызван, я могу сказать, вообще ситуации, которая на сегодняшний день происходит, ну, во всем мире, наверное, да. К нам обратился первый, это Микроб. В связи с тем, что постоянно машины служебные подъезжают у них к территории, берут, ну, привозят анализы, получают какие-то... Они обратились к ним, что им надо ограничить движение, ну, остановку автомобилей там и предоставить для служебных автомобилей остановку в любое время, чтобы они это выполняли. Они выполняют там это круглосуточно.
обратились к скорой помощи, где есть скорая помощь, у них есть подъездная зона, и любой автомобилист, подъезжая, может, в принципе, оставить эту машину. Как ограничить вот это, чтобы люди свои исполняли служебные обязанности, да, в первую очередь, и сделать, мы нашли такой механизм. Это сделано только для экстренных служб. Это входит там МЧС, больницы, скорые помощи. По мнению депутата Маркова, главное, чтобы этот список не расширялся для личных VIP-парковок. На самом деле вопрос с парковкой у административных зданий не решен. Действительно, не решен. И зачастую людям, которые приезжают на работу, приезжают по делам, на совещание по важным вопросам, им просто негде поставить машину. Зачастую это так. В то же время нужно еще и думать о том, что ведь эти заведения, они созданы не для чиновников, чтобы чиновников там принимали, и все у них было великолепно. Они созданы еще и для посетителей. В мэрии предусмотрели и эту претензию. По задумке, механизм выдачи разрешения не должен позволять попасть туда посторонним. Знак будет, естественно, пропущен через техсовет, на нем заявление пишется вот от таких служб, мы его рассматриваем, на каком расстоянии, как сделать. После этого мы вешаем этот знак, они пишут заявление только на служебные автомобили, здесь разговор только о служебном транспорте, который вот нуждается в этом. После этого мы выдаем специальные пропуска на эти разрешения. Появление первой таблички «Стоянка для владельцев парковочных разрешений» может появиться уже через 10 дней у здания института «Микроб», а дальше по мере рассмотрения всех заявок от экстренных служб. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий.